Короче, мы выходим. Маме сказали, что беляк на угнанной машине, пьяный без прав, нас везет куда-то в неизвестном направлении. На пляж. Вот, едем на пляж. Банда инвалидов двигается в баню. Беляком опять в главной роли. Вот. А инвалиды, потому что припарковались на месте для инвалидов. Че ты там ищешь? Там денег нет. Кис-компис. О, блядь, смотри, новое пиво. Прорекламируем? Я ж не пью. Поставь. Так я тебе и говорю, поставь. Не соблазняйся. Сзади запасной выход пошел. Ну да. Арония. Покажи. Вот. Саня, такое даже я буду, ты что? Джентльмены удачи. Задолбать алкоголики, да? За ними еще пиво носи. Сотов. Самый главный алкоголь. Да, конечно. Что ты? Давай дюшесом. Бери дюшесом. Что без проблем? Говорит, во сколько вы обычно просыпаетесь? Я, после пьяных. Я говорю, хоть во 8 сколько утра. Надо? Я говорю, ну, в 12 проснетесь? Я говорю, офигеть. Я говорю, тогда что, поздно? Короче, этот. Берем и запиваем календулу. О, мне календулу возьмите. Гель. Я буду бухать календулу сегодня. Нет, в бане обмазываться, короче, и в снег прыгать. Сегодня будет трэш. Ка. Даня. Даша. Да, Саня под церковью стоял сегодня, сказал, признал. У вас еще будет, бля. У вас все есть. Кроме совести. Шел тему. Вот, короче, надо себе электронную сигарету купить. Вот Саня меня поддерживает. Надо себе электронку брать, короче, и нафиг это говно курить. А я с этого, с Фастека закажу там чего-нибудь такого. No. Ничего интересного нет, еще и цены. Я столько не зарабатываю. Типа говорит, купи фалет, шампанское, блядь. У меня никогда не спрашивали там паспорт, блядь. Покупают шампанское, говорят, паспорт дай. Ну, короче, на зло, как обычно. Вот мы и приехали куда-то. Ну, конечно. Куда-то. Куда-то вообще. Смотра. Жопу мир. Смотра.ру. Да. Про пиар-группу в натуре, Денис. Ну. Там нихуя не там, видно. Там, не, ну, что-то видно. Все за Давидыча. Денис, держи. О! Он еще классный пацан. Блять, самое охуенное. Ансюнку твою брать? Этот. Мы решили, что раз Шурик и Даша потеряли одновременно на пьянке паспорт, значит, они, им надо искать его в ЗАГСе. Их. Это что, было катапультирование? Все забрал. Беспалевно. Огрел поставил. Мимо камер. Да, ну ладно. Блядь, Серега. Сразу баня пойдем. Спать. Ну да. Погнали в баню. Подожди, дай первый. Какая нормальная дача. Сейчас начнет орать. Либо нет, либо есть. Ух, нифига себе. Тут есть бассейн. Идем, идем купаться сегодня. Нет. Все, это мало было вряд ли. Нет, блядь. А куда вы обутый? Тут вообще цивильная дача, блин. Ну а ты что думаешь? Меня привезли впервые в цивильное место. Я вообще взял с собой кофту на всякий случай, потому что последняя моя ночевка на даче была, это, блядь, это был пиздец, блядь, полный. Я, блядь, думаю, ну нафиг, замерзну. Смотри, на бане даже тарелка есть. Опа. Конкретно в баню хочу, но конкретно... Да нет, давай лучше в снег. А что, в бассейн можно...
прикольно. Короче, походу мне надо бухать. Тут круто. А? Все в киском пис. Да не, нахуя. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Беседочка такая цивильная, бухачечная, типа. И, о, я велик нашел. Охереть. Качели. Ой, блин. Короче, я тут буду жить. Саня, ты че как Баба Яга со ступой? Да я за дровами. Давай посмотрим, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Саня, привет, передавай. Всем привет, короче. Всем кискам пиз. Короче. Короче. Чтоб жилось и еблося. Вот так вот. Тут однозначно это. Ой. Я так и понял. Что ой, где ой? Непонятно, расстегнуто. Ты уже раздеваешься? Я, да, конечно. Саша ж рядом. Ну да. Вот. Блядь. Ребята, подписчики вообще не поймут, что происходит, зачем. Сколько у тебя подписчиков? У меня... Это мангал. 37. Саня, надо соточка, на соточке будет конкурс, розыгрыш чего-нибудь интересного. Ну, Денис, я по-любому победитель был. Откройте. Подписан? Ну да. Он сам не знает. Кстати, вот честно, ты забыл. Я же говорю. Я не удивлен, что Саня не знает даже, как подписаться. Блядь, будем культурными сволочами. Сволочами. На портфель. Давай. Нафиг я с ним хожу. Ну. Как этот. Как это даже обидно. Короче. Что? Я говорю, хожу как придурок, короче. Чего? Как дебил. Чего? Не знаю. А чё как? Ну вот в этом и вопрос, а чё как? Тут вообще цивильно, кстати. Серега, ты рюмки принеси. Какие рюмки? Успокойся. Мы ж не пьем. Ну да, это ладно. Ну. Извините. Ну, водку из горла можно. Да. Ну, а, елочный, елка есть. Саня, лайфхак. Оп. Кому не спится в такое время? Гражданский брак. С понедельника по четверг. 8 вечера. Вау! Перестали оба сейчас же! Это ты своему дырявому скажи. На ТНТ. Вы готовы к зиме? Ага. Если ты цитируешь мысли других людей, это не делает тебя умнее. Если ты смотришь порно, это не делает тебя суперлюбовником. Понял? Ну, так естественно, конечно. Проверено. А, подожди, я положу 20, но... Заебись, пучки. Опа. Царские. Блядь, ты не боишь, блядь. Ты чё, братан? Постригся б на халяву, подумаешь. Ну да, держи. Иди, давай, это тебе. А того Саня схватит, скорее всего. Да ладно, накидай еще, блядь. Мало ли что. Саня, скажи, я лев. Я лев. Нет, мы угорнем, когда напьемся, я отвечаю. Расскажи, что они там. Опять бухает. Алкоголичка. Нет, давай тебе руку отрубим. Давай. Блядь, только. Ладно, ну давай, давай отрубим. По приколу. Подожди. Давай еще. Ты дебил, нахуй. Ну давай, давай. Отрубай. Все? Саня, ты без руки. Ладно, окей. Ты понял? Да, конечно. Нет руки. Пока она будет. Это, короче, такой вирусный наебос будет. Мы его запилим. И пускай смотрят влог. Я говорил, что я самый честный влогер, ни хрена, я обманщик. Или может Серега березовый? Да, 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 березовый. Или не клиповый, липовый. А, липовый. Саня, ты лип от березы не можешь. Ну, блядь, отличить. Ну тут в пакете не видно ни хера. Ну не знаю, на наклейке все написано, нормально. Я шарю. Ну да. Расскажи, что там соснул? Блять, лимон соснул. Лимон соснул. От сосны, от сосны, от сосны, от сосны. Дай я гляну, что вообще там происходит за движуха. Мы варим борщ. А, это будет уха. Ну, конечно. Будете? Да, я короче. О. Блять, попробуй. Мне не хочу. Но мне нравится у нас. Ну, оно нравится. Как вода. Нет, подожди. Я тебе отвечаю, как вода. Блядь, хуёво.
Блять, надо еще добавить. Короче, вот этого хуйни надо добавить, блять, она вообще для сна помогает. Я ебал, это движуха полная. Дай тебе посмотрю, что там вообще. Саня, иди чехол от аппарата. Пойду попарюсь. От аппарата? Да. Ох ты, ёпсель. Как тут классно. Ребятушки, я в баньке давно не был. Что тут на терму? 20 градусов, короче, Дёня парится. Нет, Денис, выходи, блядь. Чё? Чтобы побыстрее. Уже два? Сколько уже? Короче, тут движуха нормальная будет. Пойдем в Уна пока играть. А, ну там минут 40 она раскочегает. Да меньше, ты чё? 20 градусов. Я тебе не меньше. Блядь, я через него... Блядь, Яна, будут рейтинги вот такие, говорю. Но. Да, на желание. Кто сейчас? Кто сейчас? Я? Да. Оп. Я. Хе-хе-хе. Я проебал. Хорошо. Опа. Саня. Еще сейчас должен. Шина такая. Круто. Короче, я иду за дровами. Опа. Ну, я сам напросился. Меня, конечно, хрен бы кто заставил. Мне просто что-то поднадоело в Уно чуть-чуть играть. Я решил, что это поснимать. Ну, пока все в Уно играют, решил еще и дров набрать. Вот. Я массовик, затейник, я лисовик, блядь. Какая-то хрень в глаз попала. Допизделся. Нормально, да? Аня сразу заулыбалась. Желтую. Да. Аня самая милая девушка Инстаграма. Блять, вот только я не знаю, Денис, ты пропиарил нас в Инстаграм. И никто не добавляет. Вот, вот именно, блять. Пиздец. Я ждала столько подписчиков, прям наплыв. А что еще должен сделать? Ребята, вы меня подводите, короче. Нет, добавился, короче, только я так понял. Ну нет, там было пару, но мне кажется, это не от тебя. А я сам не знаю, кто у меня, поэтому я не знаю, от меня нет. Меня. Саня, у тебя месячный? Нет. Саня, тебе венчиком попал. Давай, да. А, бля, давай еще. Походу ему нравится грубо. Смотрим, что там происходит. Ага. Снимай, Денис, снимай там. Кого там снимать? Дровишки там. Да, еще подкину. Одну березку. Ой, хорошо, да? Саня, будем прыгать. Вот, 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 вот в этом. Не растоптанная, да? Ну да, конечно. Писец, посмотрите, сегодня Беляк будет голый прыгать в снег. Я буду голый прыгать в снег. Есть, но не на моем канале, понимаешь? Да, конечно. Это звездец. О, Дёня сегодня голову увидите. Порнуха. Гнуха не интересует. Так, ребятушки, и живем. Я же говорил, этот год будет путешествий. Год движуха. Еще в этом году я сказал, что я брошу полностью пить. То есть я уже бросил пить. Еще брошу почти курить. Почти. И вообще все будет зашибись. Еще спортом надо заняться, наверное. Вот. И тогда у меня в жизни вообще все сложится. Класс. Нашли нычку. Ну, конечно. Дёня, да запах нашел, короче. Чуйку не пропьешь. Не, я не хочу играть. Блять, потому что ты там, блядь. Ну давай, давай. Я раздеваюсь уже почти. Ну, возьми ковер, разберись. Еще. Хорошо, еще. Саня, не пизди. Это самое главное. Блядь, ну конечно, ты. Саня, ты больше не девственник. Блядь, Денис, только этого выкладывать. Да похуй, ты заебал, выкладывай. Обязательно, ты чё? Нет, Денис, ты. Дай, я проконтролирую процесс. Да, только быстрее, заходи, пока мы. Бесе! Опаньки! Почти 50 градусов. Ну, а тут тёпленько. Я тут буду жить. И подними штаны. Ох, зачетненько. Класс.
Да иди нахуй, заебал, блядь. Запихать надо будет. Нет, так у меня это... Серёж, надо сказать, я бы тоже что-то такие надеялась. У меня без цензуры, нормально. Нос оторву, блядь. У меня ж уже один... Жопа, блядь, дебил. Конечно, после полена, блядь. Было бы удивительно. Ты играешь? Давай, конечно. Серёж, ты играешь? Я нет. Саня. Ну да. Нет, я не играю. Ты играешь. Играешь, тебе придется. А Саня что не скажет, что и делает? Скажи полено в жопу, надо? Шурик. Шурик, где твой паспорт? Я хуй его знаю. В ЗАГСе. И Дашки. Там же где и Дашки. Чё там, брат? Чё там, брат? 140. Вот что, брат. Вот так вот. Беда, беда. Ну, так. Лоб хорошо. Короче, брат подставил сестру. Ну. И вышел. Сделал всем хорошо, кроме, блядь, сестры. Вообще охуенный 20. Пацан. Самый лучший. Я сделал хорошо. А я могу что-нибудь сделать? Я уже давно никому хорошо не делал. Блядь. Ну, это как бы не мои вопросы. Я такой охуетительной картины. Вот. Как я? Синий, синий. Хорошо, хорошо. Да дай какую хуйню. Вот так. Да, кто хочет, кто хочет. Я? У меня нет, блядь, синенькой. Со синенькой нету? Где? На, так. Даша теперь. Даша, ты. Он на желтый. Блядь! Аня, ты что не кричишь, блядь? Потому что мне как-то ни тепло, ни холодно. Желтую клади. На мне нет желтой. Набирай тогда. А, у меня есть желтая. О. 140, да? Я? Джоня, 140. Нет! Нет, какой нахуй 140? Убрался! Ну ладно, блядь. Кто ходит? Ты! Блядь, и что я могу сделать? Ничего, ничего. Дёня мешает. А Дёня тут при чём? В смысле, блядь? А кто тусует? А, ты ходишь. Красная. Блядь, ты ёбаный в рот, да как так? Блядь! А, к доске, а блядь. Что, блядь, все против меня играют? К доске. Я что я должен сказать? Да. Ну что? Полотенце, ну. У нас есть полотенце. А трусы? А зачем? Он же без трусов. Ну, блядь, я как бы без трусов парю. Ну. А до шурачок вот это? Блядь, нет. Ну что? Ну что, за старый Новый год, конечно. А ты, Дашка, не пьешь? Дашка, ты не пьешь? Я пока водку не буду. Ну правильно, не надо. Все, за старый Новый год, да, получается? Да, вот блин, я тут, Аня. Да похуй, влюбляй с тобой. Тут пол... Что-то приехали. А, да. За старый Новый год вы пьете, да? Да, да, конечно. Что там было? Я б на самом деле сейчас бы сигнал был ой, бассейн. Палево. Ну конечно, Денис, Катя будет ревновать, ёпта, не снимает. Да, прикольно. Денис, сними лучше, как это. Как ты будешь прыгать в пустой бассейн? Ну да, конечно. Давай, Санёк. Давай, Санёк. Ну, слабо? Не, в натуре прыгай. А камера не будет видеть, куда ты прыгаешь, типа, ну, бассейн? Да. Так давай, заебал, там не высоко. Холодно, блядь, ёпта. В бассейне холодно? Ты долбоёб, нормально, блядь. Само то. Не, братан, я после подхода третьего, четвертого в натуре. После третьего подхода? Блядь, я прыгнул бы, сука, понять, пиздец. Да тебе просто холодно, бля, гандон. Или ты камеры боишься? Уёбывается на камеру, короче. Я постою, блядь. Да, конечно. Ты бы отсюда садись, блядь, пяешь. Да. Там, короче, жарко, тут холодно, Саня. Ну, блядь, ну, конечно, ёпта. Я уже раздеваться начал. Саня. Шурик уже парится, походу. В одежде. Давай проверим. Опа. Что ты тут делаешь, дрочишь? Нет? Дай гляну. Блядь, Дёнь, заходи быстрее. Опа. 70 с копейками есть. Ну, пока. Я тут в куртке пока могу париться. Фигня. Не, пока я там в куртке еще могу париться даже. Что там, Саня?
сейчас в бане выйду. И сразу отвезу ее. Что пацанам скажешь? Владимира Владимировича и Александра Григорьевича. Пацанам. Чтобы еще было после моих последних видосов меня точно забанят на YouTube. Разъебали, ну. Не, не выкладывай, не надо. В прошлом видосе был этот... Эй, да. Что ты там натворил? Все скажешь. Я все прослушаю за тебя. Блин, Даша, извини, пожалуйста. Я не хотел. Сука, дом 2! Да нахуй это говно! Блять, мой канал Блом, Сужик, сука, ну Беляк, Беляк забыл побрить свои все интимные места, блядь. Да при чем? Ну хотя да. А что, это не интимное место, конечно, у тебя? Всем кискам кисло. И что теперь делать будем? Блядь. Санину не бритость. Увидим Санину не бритость. В одном месте. Пока пацаны воду сбухают, я бухаю какой-то типа шампунь. Типа шампунь. Какой приятный аромат. Я представляю, что это шампанское. На самом деле, это что? А хрен его знает. Все правильно, нет. Все вырубает. Ты выйдете, не? Куда петух? У тебя на майке петух. Ну, блядь, я петух, нахуй, что? И, блядь, мой год, нахуй. Ну, вообще, а это вторая бутылка? Первая? Первая. Нормально. Я этот... В натуре надо раз-два снять быстренько, все сделать и все, и уйти купаться в этот... Куда? В снег. Не, ну так, блядь, трусишь, надо снять. Ну, то. Ну. Сань. А? Трусики снял? Нет, конечно. Носочки снимай, трусики снимай и заходи. Не ну, стесняйся. Да, там Аня, правда, парень. Да, конечно, все хорошо, но где мои кроссовки? Да похуй, кидай так. Саня, она ест сыр. Потом положишь свои носочки. Ну да. Не, я там еще не снял. Да не, вы че, ребят, прикалывайтесь. Шурик, как ты медленно раздеваешь. Ну блин, ну даже на ускорении получится бред. Саня, а если в сексе так же будет, то че, блядь? Ну блядь, там уже совсем другой разговор, ёпт. Там нет камеры, да? Ну да, конечно. А если на камеру? У нас на первом тоже есть камера, Сань, поэтому не сыр. Я потом посмотрю, как ты там работаешь. Ты майку снять можешь? Год ли кок спортива, нахуй. Там на туре похуй. Покажи. Если нормально, это нормально. Ну нормально найдем, мне похуй. О-о-о! Что там за шторкой происходит? Блять, и вправду он быстрый! Ратушки, теперь вы видели все. А, не, мои сиськи уже видели. Пойдем проверим, что там происходит. Опа! Опа! Я Денис, Саню по-любому. Да, конечно. Блин, не вышло. Ой. Шурик, что ты такой одетый? Блядь, ну нет, у меня там что-то это. Да пора раздеваться. Блядь, ну холодно, запускай, Дашка. Даша, я наоборот себе чуть тепла запускаю. А Даш, встань тут... сюда, пожалуйста. В одежде. В одежде. Конечно, блядь, согреешься ей. Да, да. Не, ну ты чё, блядь, ёпта, какая-то баня, блядь, я уже нахуй. Ну, не вспотел, нихуя. Полно. Не ты просто это, полотенце. Ладно, давай закрываем. Мы чуть позже зайдем. Блогеры по-флотски, просил снять. Короче, банька, о! О, хорошо, в ножке особенно. Слушай, вообще классно на улице, да?
конечно, всегда такая хуйня. Офигительно. Санёк, да, как ты? Ну, если я нахуй заработаю какую-нибудь хуйню, это пиздец. После бани заработаешь хуйню. А. Только трипер, если кого-нибудь лишнего. Ну, тут лишних нету, так что нормально. Вот. Блин. 80 градусов, но если на камешке лить, так ничего даже. Блять! Даже ничего. Дашка парится, короче, в шубе. Ладно, не будем подъебывать Дашку, просто она хочет попариться, я уверен. Как оно? Да заебись, на самом деле. Да прям вот так с ней сидел все время, понял? Ее бушку очень можно. Да, конечно. Я вообще бодрячком класс. Какое? Бля. Бронзовое с пакета. Это я пакет, да? Давай, передам. В этом году. Давай, так будет. Блядь, дальше в натуре не получится. Пойдем все в дом 2, блядь. Сказали мне подписчиков. Сними дом 2 в натуре. Что-нибудь прикольное такое надо, конечно. И все, и будем валить. Я тут вообще скучал. Денис, ты мои яйца не снимаешь. Ну, как позируешь, так будем. Рейтинги же нужны, поэтому приходится, блядь. Ну да, по идее. Вот так тебя, знаешь, повесь, как, блядь, за крючок, как вот за это куда-нибудь повесить тебя, блядь. Чтоб ты висел на стене, блядь. Пойдешь, блядь, на стену ко мне? Оп-оп-оп. Снимай сам. Не, я специально, Саня, я тебе наврал в этом, в баньке, что я потом на компе буду монтировать, эти кубики добавлять. В натуре? Ну да, по идее. Там нихуя не надо, да? Ну. Я тоже. Блядь. Было, да было бы себе убить. Да не было, не было. А сейчас было, давай, давай. Раз. Бля, мне нравится его бить, что он мне не даст дальше. Да, я знаю, что он мне не даст дальше. А тебя, блядь, читай. Да вы лапите ведут. Не, ну если долго бить, то больно. Надо сильнее. Надо всегда тебе начнем. Придурки, нафиг. Ну извините, конечно, но... Один, а потом все. Короче, ребятушки, играем в карты на желание. Что там за желание у нас получилось? Кто проебывает, тот первый выбегает с бани. И что там делает? Кувыркается в снег. Кувыркается в снег. И ебалом в снег в натуре. А, ебалом, блядь. А, и давай его еще закидывай. Я же не акробат. Да, давай, давай. И снежками закидывай, чтобы он встал. А, ну вообще, короче, как-то так. Все по жести. Ну я не проиграю, конечно, проиграет Беляк. Ну, блядь, это конечно, ёпта. Давай. Ну, если я проиграю, ребятушки, это будет писец. Ходи, ходи, ходи. Короче, смотри. Я вышел, а ты вышел? Саня. Я вышел, все. Оп. А он мне карты палит тупо, но я стараюсь не смотреть реально. Я видел только тузы, которые я давал. Губа, ходи, дебил. Ходи. Где карты? Ходи. А так у него два козыря, нахуй. Не знаю. Я ж не знаю, что у меня. Реально, Саня. Давай. Блядь, ну давай так. А, не, ну так, то по-любому ты прыгаешь, короче, колесом в снег. А-а-а, я же говорил, белый проиграет. Белый проебал. Не, я просто физически не могу проиграть, когда не хочу. Потом, после баньки, пошли в баньку. Что, мы париться? И сразу, да, пойдем его пиздить. Короче, ребята... Женщик, подготовь телефон, чтобы не готов, когда он будет прыгать. Ну, зая! Ну, зая! Как оно? Ну нет, я не проебал. Ты проебал, дебил, блядь. Конечно, проебал. Буча, блядь. Нет! Да, Санёк, ты проиграл, Саня. Ну что, плесни там или что? Не, не надо! Оп. Ну пожалуйста! Ну один раз, всё, Саня. Хватит, Саня, ну блядь! Оп! Сейчас да, будет тема, да? Да, конечно, ёпт. Я его сейчас убью. Вот сейчас снизу, потом остынет, наверное. Да, это лучше положи туда. Да не выходи! Ребятушки, нормально. Я закрой дверь, блядь, закрой дверь. Ты нормально, Саня, нормально, нормально. Вы на Саню посмотрите, главное. Да, конечно. Чего? Саня, ты грейся сильнее, бля, будет охуенно тебе потом. Готов? Блядь. Блядь! Головой, слишком! Давай! Сука! Самый прикол, разделся, сука, я вместо Сани, блядь. А, голый я, блядь, ребята. Голый я. Не, на самом деле заебись. Я так не хотел. Он молодец. Я.
Фу, я и сам бы на его месте сейчас бы в снег. Ну так давай. Окунулся. Не, ну уже поздно. Надо после баньки а самой. Матушки, короче, я свою жопу голую. Я выбежал, разделся, вместо Сани получилось. Снимай. Бля. Короче, этого, разделся, вместо Сани получилось, но я сам себя снять не могу так низко. И Даша меня сняла, поэтому я думаю, что-то там попадет. Кадр. Блядь, надо покурить, да? Последний раз, наверное, года 4 назад, вот я в снегу, вон, по снегу вот так ходил. И мне было не холодно, мне было классно. Я мерзляк сам по себе. Снимай. Опа, у них бенгальский огонек. Ну, типа, да. Они так вкусно пахнут. Оп, Саня писю приморозил, уже сегодня не встанет, блядь. Обломчик у Сани пришелся. Хорошо, я без девушки, да? Ну, я тоже собираюсь в снег нырять. Блин, впервые вот так вот стоишь зимой на улице. Я не знаю, там сейчас плюс, минус, что там по градуснику. Ночь, 0, блин, ночь, да. В принципе. Ну, блин, я... Ты что, я в плюс 10 никогда, блин, без куртки не мог бы выйти, а тут... Не, да-да. Стоишь, круто. Максимум в ноги чуть-чуть прохладно. И то я бы не сказал, что холодно. Прохладно, просто я босиком. Не буду снимать бы, я даже без полотенца. Нефиг там. Может, еще увидеть. Конечно. Саня закаляет детей заранее, блядь, ну, готовит. Потому что многие там в них сомневались. Я говорю, я бы, наверное, уже бездетным был бы. Что там, Ice Bucking Challenge, да, будет? Ну, это уже старая фигня, сейчас уже, типа, манекен челлендж. Что там? Манекен? Ну, разные вещи, блядь. Нет, это, типа, популярная штука там на ютубе. Не, пацаны, просто водой хочешь каждая, блядь, она что-то такое, что... А, водой, ну, да, водой, водой и я за. Ну, нормальная тема. Ну, а такой, чтобы кто-то не хотел, потому что если ты хочешь, то это в кайф, понимаешь? Я специально не хочу проиграть. Нет. Не, давай что-нибудь такое, пробежаться там, блядь, без трусиков, блядь. Дома, не, ну ты чё, блядь. Вокруг дома. У меня там есть велосипед или проехать на велосипеде. Вот, тема. Тема. Так это я тоже могу. Не, давайте облиться водой и проехать вокруг. Ну чё, вот это не ведь велосипед, да? А он, нет, он, ну, как бы домами большой. Он чё-нибудь такой замутный нормальный. Ты подзорная труба. Ну да, конечно. Короче, ребятушка, баня, это круто. Да. Да? Конечно, обижает. Ну, зая! Саня, положи, ну, зая! Короче, решили сыграть в карты. Нет, в бане. Конечно, Тони, ты играл в парилке в карты? Он у нас не снимал. Вот. Я себя снимаю пока. Не, порнуху пока не снимаю. Я ж не этот. Не извращенец. Играем на желание, что там, снегом закидать или снежками, или что, по тебя парам. Будут закидывать. Меня будут закидывать, потому что Саня проиграет просто, ну, а я с ним в паре. Это капец, ну, вот, Саня! Вот самое обидное. Последний раз, блин, два заходим. Но я еще один раз буду. 3, 4, 8. Так, а смысл? Ты можешь подевать все? А где карты? На, ты же раздаешь, ты проиграл. Быстренько, быстренько залетаем, один. Короче, соточка в парилке, телефон я с собой брать не буду, поэтому извиняйте, ребятушки. Мы его воткнем пока на зарядочку. И, ну и на выходе уже будем снимать что-то. Саня, ты покажись, какой ты ебал. Вот как? Сначала проебать в карты, блядь. У меня самый прикол был. Король козырный, блядь. Я выходил. Потом, блядь. Сломать дверь и потом еще отломать напоследок ручку для профилактики, блядь. Не закрывается. Да нормально все будет, успокойся. Норм, ты серьезно? Ну конечно. Ты оторвал руку, говоришь, нормально все будет? Давай, ты сейчас тебя ударю снежками обкидывать. Саня, извини за выражение, но из-за тебя, лоха, меня сейчас будут закидывать снежками, блядь. Это обидно, когда у меня оставался, сука, король козырный, еще один козырь, блядь. Ты лох. Ребята, это жесть! Куда, Саня? Да, 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 да! Нет! Да! Ребятушки! Я голый, сука! Блять!
Санёк, блядь! Ну ты проиграл, блядь, а я голый, блядь, бегаю перед двумя девками. Нет. Саня, снимай! Саня! О! Снимай! Блять! Ребятушки, я полностью голый, блять. У меня полотенце слетело нахуй. Это вообще писец. А и мы рассчитывали, что Санин писос увидим. Но я прикрываюсь так чуть-чуть. Классно. Просто мега отрыв. Называется «Нахера бухать?». Жизнь не так хороша. Короче, Шурик поломал дверь, пришел с гранатой. Блядь! Он и молоток. Сломал молоток, да? Сломал. Сука, дай Шурику дверь сломает. Дай Шурику молоток сломает. Что ты делаешь? Откручивай эту хуйню. Нахуя? Так, а как ты хочешь? Нахуй, не снимай, блядь. Давай, Шурик, исправляй косяки. Ой, блядь, тут нахуй жарко, я ебу. Шурик, масть, муж на час, блядь. Ну да. Обращайтесь, нахуя ты эту хуйню крутишь? Да Денис, вырубай. Аня, ты двери распилил, запили обратно, блядь. Ёбаный в рот. Что за хуйня? Говорит, только ручку не трогайте. А кто в прошлую пятницу орал? Прикрутил, сука, ручку, говорит, только в ручку не трогайте. А он ее сделал? Он ее так подкрутил, блядь? Не, он, кстати, нормально ее сделал. Или просто припыхнул? Не, он нормально прикрутил. Я не знаю, что он ссыт, он просто ссыт, чтобы ее не трогали. Я ее дергала, но... Беляк, ты поднялся в моих глазах еще на два уровня, блядь. Смотрите, реклама мужа на час. За час он точно все сделает. Я не помню, как было. Так, ну, хуйня, молоток по пути сломан был, там ручка двери, но все починил. Секас, секас. Дай почитать, я скажу. Я тебе сейчас, блядь, заебал. Дай почитать, я скажу. У них тройничок. Это ММЖ, кто-нибудь видел ММЖ? В смысле присоединиться? Не. Неинтересно. Денис там. Так нету у меня там ничего. Сань, держи и читай. Давай, давай. Давай, давай. Даня. Да он там нормально чему разгоняет. Да. Да? Короче, идея для Самсунга, реально. Вот следующее, что в телефоне надо ввести, не отпечаток пальца. Ничего, палец можно там приложить, пока спит. Чтобы прочитать сообщение. Отпечаток киски. Шурик, а для мужиков отпечаток писки. Блять, это просто пиздец. Шурик, Шурик, это кадр, я говорю. Решили его в будку закрыть во дворе. Ну, подумали, что он будку расхуярит. Разъебёт. Я смотри, он все равно орёт. Он по-любому либо камни в бане сломал, либо градусник раскушал. Либо черпак развалился. Чё, он зовёт тебя проверить. Серёга. Серёга говорит, я камень починил. Проверь, блядь. Сука, есть такие кадры, блядь. Камень сломал, блядь. Камень! Камень! Иди, глядь, камень. Камень, по сути, камень сломал. Короче, это пиздата. О, банька. Оп. А, Шурик. Бля, ты чё, Денис, снимаешь, ёбнулся совсем. Смотри. Падай, Денис.
Падай на ровном месте. Блять. Сука, какая-то хуйня получилась. Ай, блядь. Блять, а тепло. А, ну нахуй. Такое тепло. О, мне холодно в ноги в первый раз. Массаж? Это жесть. Серьезно, я тебе уже делал массаж не надо. Короче, ребята, я на лет 10 помолодел. Не-не-не-не-не, я не ходил какать. Это после баньки. Вот. Реально шикарное чувство. О, непередаваемое. Сейчас идем спать. Ну или не спать, я не знаю, что там у кого какие планы. Вот. Год начинает удаваться. Здравствуй, 2017. Сегодня официально. Да, кстати, ребятушки, если вы еще не подписаны на мой канал, я думаю, самое время нажать кнопочку подписаться, потому что я думаю, в этом году будут видосы интересные. Санта-Барбары столько не будет, хотя сейчас будут суды. На них тоже посмотрим. Ну а дальше, я думаю, он будет спокойный, веселый, классный. Тем более сны в последнее время хорошие снятся. Вот, как-то так. Давайте снимем небольшой обзорчик этой квартиры. Дома. А, тут кухня. Блядь, тут веселая дача, нифига себе, ребята. Что тут происходит вообще? Давайте глянем. Угу, вот комнатка. Как-то так нормально. Там я не знаю, что сортир или что. Пойдем еще наверх сходим. Посмотрим. О, какая крутая лестница. Оп. Смотрите, типа серверная вообще. Это по моей тематике. Класс. Инетик ультра стоит. Ой, шикарно. Ребятушки, я бы тут жил. Вот. Так вот все ищут кота. Где кот? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Да, блядь, он где-то... Всем кискам. Кс-кс-кс-кс-кс. Да нет. Кота потеряли, короче. Ну, блин, кот, говорят. Киданул, пацан. У него такой президент, да? Смотри, покажи фокус. Смотри, опа. Опа, фокус, блядь. Опа, все. Ну что, поломал уже лампу, блядь. Блядь, ну сорян. Я не хотел. Опа. Даша, а ты что тут модели устраиваешь? Еще. Малышка, у нас доча. Так, это две дочи. У нас две дочи, у нас двойня. Близняшки. Близняшки. Смотри, они в натуре близняшки. О, злой, таленка играет. Опа, блядь. У меня даже писька есть. Сахари, смотри. Там. А что ты заглядываешь? Извращение. А что тут? Вот, смотри, соска достается, другой не втыкается почему-то. Ладно. Я многодетный отец. Короче, ребятушки. Блин, тут еще какая-то закуска. Я ночую сегодня в бане. Вот, на диванчике. Круто. Всем ставим лайки за наш отдых. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока. И всем до завтра, до сегодня. Я не знаю, как я опубликую этот влог. Как получится. Вот, вообще сегодня много дел еще. Уже сегодня, уже сейчас. Где-то, наверное, 6 утра. Прикольно. Я вам соврал, сейчас 6:20 утра. И я ложусь спать. Через пару часов, наверное, вставать, потому что, по сути, сегодня Никитоса надо в школу еще завести. Как-никак есть дети, а это самое главное.